Сегодня это молитва о Святой Руси, которую мы все, я надеюсь, читаем на утреннем и вечернем нашем правиле. «Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренной рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ Я». Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силу Твою, победу, верным чадам Твоим, о единстве Церкви Русской ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти придержащие ко всякому благу настави и мудростью обогати». Воины и все защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и во изгнание сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в Тя веры, надежды, любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мира и единомыслия. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Якода едиными усты и единым сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боись и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь.